Привет, друзья! Привет, с вами Михаил Булавцев и Лилия Донского. И сегодня 12-й день видеомарафона «Задание дня». Познакомиться с 5 людьми и взять у них короткое интервью. Ну что, поехали? Поехали. А прежде мы хотим сказать, мы находимся в одном из красивейших мест нашего города, городском парке культуры и отдыха имени города Горького. Саратова. Да. И мы неспроста находимся в этом парке, потому что наш сегодняшний день будет посвящен как раз городу Саратову и его достопримечательностям. Ну что, поехали? Пошли знакомиться. Здравствуйте, прошу прощения, а можно вам задать пару вопросов? Извините, тороплюсь очень сильно. Спасибо, всего доброго. Не всегда отвечают. Здравствуйте, можно вам задать пару вопросов? Да. Меня зовут Лилия. Это Михаил. Да, и мы участвуем в видеомарафоне. А как вас зовут? Оксана. Привет, Оксана, скажите, пожалуйста, а вы давно живете в Саратове? Второй год. А вот представьте такую ситуацию, что к вам приехала подруга из другого города, и она в Саратове первый раз. Куда вы ее поведете? Вот какие здесь красивые места в Саратове? Горпарк, Тау. Тау, это что такое? Это, ну, как вам объяснить, торговый центр. Классный, огромный торговый центр. Классный, огромный центр, где... Я сама лично не видела, но говорят, что там можно увидеть звезды. Ух ты, здорово, да. Классно. Да, там стеклянное небо, прозрачное. Шикарно. Здорово. Как вы думаете, ей понравится? Ну, думаю, что да. Отлично. Спасибо вам за помощь. Это вам. Смотрите сегодня на страничке ВКонтакте будет выложен ролик. До встречи, хорошего. Спасибо. До свидания. Пока. Девушки, здравствуйте. Можно вам задать пару вопросов? Нет. Буквально одна минута. Ладно, спасибо. Добрый день. Здравствуйте. Можно вам задать пару вопросов? Меня зовут Лилия. Михаил. Мы участвуем в видеомарафоне, и у нас сегодня задание познакомиться с 5 людьми. Поможете нам в этом? А в чем запросом? Как вас зовут? Ой, нет, я вот все. Здравствуйте. Да. Пока бабушка греется. Скажите, пожалуйста, вы в Саратове давно живете? Давно. Меня зовут Лилия, а вас? Анастасия. Анастасия, очень приятно. А вот представьте такую ситуацию, что к вам приехала подруга из другого города, из какого-нибудь далекого, в Саратове первый раз. Вот куда бы ее повели? Какие у нас тут есть замечательности? Вот, что бы вы ей показали, такое красивое, чтобы она уехала из Саратова и сказала, вау, какой классный город. По всем достопримечательностям бы провела городской парк, там Соколовая гора, Соколовая проспект. Вот, что еще? Не знаю, зимой бы на Вишневую гору ее свозила. Классно. Давайте. Да, спасибо большое. Спасибо большое. Здравствуйте. Можешь задать вам несколько вопросов? Спасибо большое. Меня зовут Михаил. Я Лилия. А вас как? Катя, привет, познакомиться. Катя, мы участвуем в видеомарафоне, и у нас задание есть познакомиться с 5 людьми. И тема сегодняшнего нашего общения – это наш город Саратов. Скажите, как давно живете в Саратове? Давно. А представьте ситуацию. К вам приехала подруга, друг из другого города. Первый раз в Саратове. Да, первый раз в Саратове. Какие достопримечательности города вы покажете? Консерватория классная, ну, шикарная. Ну, наверное, парк Лип. Столовый город. Комплекс. Мемориальный. Да, да, там красивейший мемориальный комплекс у нас. Ну, на один день. Отлично.
спасибо большое. Спасибо большое. Так, и вам визитку. Вечером смотрите. ВКонтакте на стене будет выложен ролик. До свидания. До свидания. Здравствуйте, с праздником вас. Здравствуйте, девочки. Можно вам задать пару вопросов? Смотря какие. Хороший вопрос. Меня зовут Лилия, это Михаил. А к вам как обращаться? Людмила Викторовна. Людмила Викторовна, очень приятно. Римма Викторовна. Рим. Вы все сестры? Да. Как здорово. Скажите, пожалуйста, представьте, что к вам в гости приезжают родственники или друзья из другого города, и они в Саратове первый раз. Вот что бы вы им показали? Какие у нас тут есть достопримечательности? Ну, можно и городской парк показать, может, и парк Победы. Так, а еще? Ничего, набережная там много сделали. Сейчас у нас тоже красивая. Набережная, красивейшая. Да, да. А куда еще? Вообще. Ну, парк Липки, он не очень хороший, так, Липки. Ну, не знаю, куда еще. На Волгу. На Волгу. На Волгу, а зимой? Да. А зимой? На каток. Правильно. И на лыжи. А вообще красивый у нас город. Поляну. На лыжах. Вот, на лыжах. Там отлично, такая там красота, такой иней, все деревья в инее, там вообще, как в сказке. У меня внуку 10 лет, 9. И он сказал, баба, я мама, я первый раз такую вижу красоту. Классно. Да. Спасибо вам большое. Ну, здоровье. Здесь есть ссылка на контакт. Вечером заходите, будет выложен ролик. Хорошо, детки, спасибо. Помогут, спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы зададим пару вопросов, такие красивые вы. Спасибо. Меня зовут Лилия. Михаил. Как вам обращаться? Альмира. Альмира, очень приятно. Вот скажите, пожалуйста, представьте такую ситуацию. К вам в гости сюда. Вы давно в Саратове живете? Всю жизнь. Классно. Представьте, что к вам приезжает из другого города в гости подруга или родственница в первый раз. Куда вы ее поведете? Какие? Сюда. Сюда уже еще. Водили. Всех Нет, родственников. Вот всех сюда сначала. А еще куда? Мы живем тоже недалеко. Ну, на набережную. Набережная. А какие еще у нас достопримечательности есть? Чем удивить людей, чтобы они сказали, вот это Саратов? Знаю, раз красивее этого парка. Чем город на свете нет ничего. Спасибо большое. Сейчас вам даю визитку. Вечером смотрите, будет выложен ВКонтакте ролик. Посмотрите себя. Всего доброго. Пока. Спасибо большое. До свидания. Ой, сколько детишек. Здравствуйте. Здравствуйте. Можете нам помочь, пожалуйста, ответить на пару вопросов? Быстро. Меня зовут Лилия. Михаил. Настя, очень приятно. Настя, ты знаешь, такую ситуацию? Вы давно в Саратове живете? Да, вообще, скорее знаю. Отлично. Вот представьте, что к вам приехал в гости кто-то из другого города первый раз. Вот что вы покажете на Саратове? Какие достопримечательности? Так, ну набережная. На Угарпарке вы уже здесь. А, журавли. Что у нас еще, Ксю? Ну, проспект в любом случае. Проспект, да, да. Красивый. А еще музеи какие-то есть в Саратове? Ну да, краеведение музей у нас очень хороший. Потом какой? Ну, в Парке Победы музей, кстати, хороший. На самолетике можно смотреть. Ну да, техники. Спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо. Все ваши? Нет, двое. А, я вам забыла видеть туда. Итак, друзья, вы сами увидели, что... Подходить, общаться с людьми очень легко. Люди все... Не все. Практически все, да. Практически все люди активные, позитивные, отзывчивые. Отзывчивые, да. Легко идут на контакт. И самое главное, ваше настроение, ваш позитивный настрой, боевой настрой, улыбка от уха до уха, и вам уже не сможет отказать никто. Не скажи честно, тебе было страшно? Совершенно нет. Легко, спокойно. И очень весело. А друзья, драйв? Я вот драйв, например. Конечно, конечно. Мне очень весело, я даже согрелась, хотя сегодня такой морозец прям крепкий. Да, мне очень классно, кайфово. Я считаю, что можно на любую тему разговаривать с людьми, особенно если мы работаем в бизнесе, и наша задача знакомиться с людьми, то, в принципе, заговорить и потом, да, обменяться контактами элементарно, абсолютно. Спасибо за эту фишку, будем ее использовать. И будьте с нами, смотрите. Всех ждем в Саратове. Мы всем вам покажем наши супер достопримечательности, покажем наш город Саратов с самых наилучших сторон, высоты птичьего полета. Я бы еще вас в цирк сводила.
и в театр. У нас такие театры красивейшие просто. Мы, кстати, вот 6 числа пойдем как раз в театр и сделаем ролик в связи с этим. Все, пока-пока. Пока-пока, успехов вам!